Яндекс News. Сейчас у нас, да, Лата Лапса. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы поговорим, естественно, главный новостной повод – это выход книги, которая вот у нас стоит замечательно на нашем столе. Она называется «Самозванец» и посвящена биографии нашего президента Эгила Левица. Ну, как это обычно бывает с выходом ваших книг, сопровождалось таким неким скандалом. Слэш-пиаром. Да-да-да. И книга вышла в понедельник, да, получается? В принципе, да. Ну, кое-где она появилась в пятницу. Я просто знаю, что уже можно сказать, что вышла она успешно, потому что она вышла на первой позиции по продажам и даже перегнала Гарри Поттера. Что на самом деле серьезный показатель. Кошмар. Да. И, кстати, тут же посыпались обвинения. Просто я понял, что вы, буквально сидя перед нашей программой в студии, уже отвечали на обвинения, я понимаю, там в антисемитизме, которые появляются, да, там обязательно, да. То есть там с карикатурами. И вот эта бурная реакция, насколько она была для вас ожидаема? И какая вообще реакция была вот за эти дни? Я бы не назвал... Реакция бурная, конечно, люди заинтересованы. С моими книжками про путешествия так никогда не бывает. Это совершенно другая аудитория, совершенно другая публика. Но действительно, вот не буду скромничать, но столько времени в архивах я до сих пор никогда не проводил. Работа была серьезной, занимательной. Временами даже напоминал какой-то там исторический почти детектив с некоторыми эпизодами административного вмешательства и так далее. Ну, было интересно. На самом деле, вот тот последний год, когда я этой книгой занимался, почти все время было интересно. И, ну, насколько я могу судить по отзывам читатели, которые книгу уже успели купить и прочесть, то они не разочарованы. У вас в конце книги просто собранные документы, я успел пролистать, посмотреть, и в том числе я вижу, что там документы из архивные материалы, в том числе, там, например, заявление на выезд из страны семьи Левицев, там много чего, да. Как вам, где вы искали, какие вот были источники вашего исследования, и каким образом удалось получить вот многие из этих документов? Ну, во-первых, хотел бы сказать, что... При подготовке книги был вопрос, вот ставить все эти документы или нет. Но было совершенно ясно, что, учитывая своеобразную личность главного героя, первое, что он скажет, что это вот выйдет книга, он скажет, что это все выдумки, вот не берите в голову. Именно так и произошло. Вот когда на пресс-конференции прошлую пятницу у господина Левица спросили, что вы, как вы, что... то ответ был, вот имеется некоторое сочинение про летающие тарелки и плоскую землю, вот это из этой серии. Так что при подготовке книги было решено все, часть документов поставить в книгу, и, как видно, это было правильным решением. Откуда все это взялось? Нет никаких там особенных... тайных архивов, из которых невозможно что-то достать. Просто надо работать. Архивы у нас открытые, человек с достаточной квалификацией, который может обосновать, что ему нужно, зачем ему нужно, и как он это будет использовать, все возможно. А какие, я так понимаю, что вы не получили доступ к каким-то документам, к которым хотели иметь доступ, вот что это за документы, из каких институтов, и почему не получили предположение, что бы там могло обнаружиться? Мы не получили документы из Германии относительно жизни господина Левица там, а именно его документы насчет его существующих или несуществующих научных степеней, его научных трудов, а также вопрос о его гражданстве. В книге очень подробно описано, как разные времена господин Левиц давал очень разные, на самом деле, абсолютно противоположные сведения относительно своего немецкого гражданства, так что этот вопрос остается открытым. До выхода книги было отправлено официальное письмо господину Левицу,
с требованием разрешить ознакомиться с этими документами, что, ну, просто Германии правовое государство, там они отвечают, вот если господин Левиц даст разрешение, конечно, мы вам все предоставим. Господин Левиц не захотел, чтобы эти документы из Германии были получены, так что вот это остается под большим вопросом. Мы, конечно, с автором Кристины Бормана, которая тоже является автором книги, над этим работаем, посмотрим. Вторая книга, вторая часть книги еще впереди, может быть, что-то и удастся. А в какой момент вообще возникло желание написать о Левице книгу? Сразу, как он вступил в должность президента, или какие-то его высказывания последующие или предшествующие президентству? Вот с чего все началось вообще? Знаете, я один из тех людей, я не знаю, вот если бы у нас был всенародно выбранный президент, голосовал бы я за Левица или нет, но я не был против того, что он становится президентом. Мне действительно долгое время казалось, что он позитивно отличается от тех людей, которые у нас были на президентском посту. А первый звонок, так сказать, прозвенел, когда свита новоиспеченного президента начала скрывать все, что связано с его мероприятием инаугурации. И то, сколько потрачено, какие люди приглашены, и так далее, и так далее. Ну и потом из месяца в месяц становилось все больше ясным, что господин Левиц на самом деле, то, что господин Левиц говорит, очень существенно отличается от того, что он делает. Что на самом деле он является гораздо более таким президентом номенклатуры, президентом политической элиты, нежели народным президентом, как он сам себя объявил. Ну, так что вот постепенно идея насчет книги начала как-то созревать. А господин, еще одна существенная вещь, что господин Левиц после 2015 года начал давать интервью относительно своей биографии. Эти интервью давали массу размышлений, скажем так. Там были многие нестыковки, которые было интересно проверить. Ну и потом уже пошло-поехало. Вот то, что в конечном итоге господин Левиц устами своего начальника своей канцелярии объявил, что он не дает разрешения на доступ к архивным материалам, конечно, был... Андрей Стейкманис, да, который, кстати, обычно очень открытый и такой, ну, приветливый, ну, что, дипломат. Ну, он слуга своего господина, что ему говорят, то он и делает. Но не господин Стейкманис же собственная персона придумал... Так, нет. Еще, кстати, слуга. Да, как раз сегодня, собственно, год инаугурации Левица, да. Я забыл это упомянуть, и день рождения у него недавно был, вы прям подгадали очень точно. И сегодня, насколько я понял, господин Левиц вот должен появиться в библиотеке, чтобы там какое-то мероприятие произойдет, да. И вы там тоже какую-то полупровокацию готовите. Почему полупровокацию? Все очень просто. У нас не было плана организовать какую-то пресс-конференцию, просто денег нет, и на самом деле желания тоже особенно нет. Пусть читатели сами решат все насчет книги. Но так получилось, что мы на прошлой неделе получили извещение из Национальной библиотеки, что мы должны им предоставить несколько экземпляров для их коллекции. Вот, ну, решили сегодня сходить, раз так получилось, что и господин Левиц в то же самое время, и у него годовщина, ну, значит, сделаем 10:45 маленький брифинг на ступеньках подхода Национальной библиотеки. Ну, там дадим возможность с первой сотни посетителей получить талончик на получение книги за 10 евро, что гораздо дешевле, чем в магазинах. Ну, так, чтобы такое... Хорошее, радостное летнее мероприятие, маленькое. Вот единственное, что я боюсь, что господин Левиц... Не удостоит нас внимания, как-то проскользнет через заднюю дверь, посмотрим. Встретиться с героем книги
удавалось, вот, или не было никаких возможностей? Нет, до выхода книги главному герою была предоставлена возможность ответить на все вопросы, и главный герой не пожелал. Ну, я бы попросил вас без спойлеров, не прошу, чтобы вы спойлили свою книгу, но все-таки в двух словах рассказать, что, может быть, стало самым любопытным и удивительным открытием или находкой журналисткой для вас. Вот, в частности, там это с этой карточкой об отъезде Левица в Израиль, да, если не ошибаюсь, в 72-м году. Да. Кстати, тоже время такое, когда на Олимпиаде в Мюнхене как раз теракт произошел. Довольно-таки так тревожное время Левиц выбрал. Ну, наверное, он не выбирал. Просто вы там намекаете на то, что кто-то из семьи, я так понимаю, имел какое-то сотрудничество с КГБ. Вот в трейлере, если это, опять же, кино, терминами изъясняться. Можете рассказать в двух словах? Лично для меня самый... Ну, вот мы все, почти все смотрели сериал про доктора Хауса, и мы знаем, что все люди иногда лгут. По разным причинам. Я так до конца и не разобрался для себя лично, из-за чего господин Левиц про свою биографию на протяжении последних 5 лет лгал так обильно, так энергично, так... Ну вот я просто этого не понимаю. Зачем, если человек стыдится некоторых фактов, своей биографии, биографии своих предков, он же может просто промолчать, но никто его за руку не дергает и не требует разъяснений. Но зачем вместо этого создавать какие-то абсолютно фантасмагоричные конструкции только для того, чтобы казаться более близким к судьбам латышского народа? Ну, вот это я не понимаю. Но, отвечая уже на ваш вопрос... У меня нет вот листика, где был, который был бы подписан, вот я такой-такой, готов сотрудничать, там все буду рассказывать, служить до конца жизни и так далее, и так далее. Но ситуация была таковой, чтобы господин Левиц не рассказывал бы сейчас относительно того, как советская власть желала избавиться от его отца-диссидента и всей семьи, ничего такого не было. На самом деле семья Левицев... начиная с 70-го года прошлого столетия, я бы сказал, исступленно хотела уехать из Советского Союза. Они писали письма, требования, заполняли анкеты снова и снова, но им отказывали. Последний раз КГБ выяснило, что в предыдущих анкетах жена и отец нынешнего президента давали ложные сведения. Его мать давала ложные сведения относительно того, что она делала во время Второй мировой войны. Отец там умолчал какие-то мелочи. По всем правилам тех времен это означало однозначно никакого выезда никогда. Забудьте. Но произошло чудо. Выезд состоялся. Тем более... Вдруг для семьи, хотя отец господина Левица всегда говорил, что все родственники погибли во время Холокоста, вдруг нашлась родственница в Израиле. Вопрос, кто ее нашел для семьи. На этот раз все документы на выезд были написаны рукой не отца, не матери господина Левица, а 17-летним Эггелсом собственноручно, как и автобиография то ли отца, то ли матери, не помню уже. Вот, и произошло чудо. Их отпустили. По моему глубокому убеждению, это может означать только одно. Вопрос только в том, кто из них подписал документ о сотрудничестве. Ответа у меня нет. Да, да, ну. Тогда. Насколько вот была, обычно вы пишете все-таки книги в одиночестве, вот насколько была роль вашего соавтора Кристины Бормане? Большая. Да, вот насколько... Нет, политические книги я часто всегда пишу вместе, то ли с Кристиной, раньше была соавтор Ирена, которая теперь занимается совершенно другими семейными делами, так что... То есть это роль сбора материалов по обработке, ну, или как делится, ваше сотрудничество?
То есть мы знаем там братья Гонкуры, Ильфы, Ильфы Петров. Там, ну... не могу сказать. Да. Ну, я, наверное, вижу какие-то основные то ли цели, то ли направления, но без Кристины книг бы не было. Вообще обратил внимание, при том, что ваша книга получила должную огласку в итоге, да, как мы видим, ее вообще не освещали практически наши СМИ никак. Да. Не видел вообще никаких сообщений, только вот на Рига ТВ 24 видел ваши комментарии. У этого есть какой-то подтекст? Почему так происходит? Ну, вы же отлично понимаете, что мы живем в стране, где большие масс-медиа так или иначе зависят от подачи государства. Кризис, связанный с пандемией, это показал особенно явно. Так что я не думаю, что там есть какое-то указание сверху, не надо. Просто это такая нормальная латышская опасливость, что ли. Ну, лучше не надо, а вдруг нам за это влетит. Но, в принципе, это же ничего не меняет. Ну, люди не дураки, люди так с наступлением эры интернета показывает ли государственное телевидение и книгу или нет, ну какая разница? Ну, есть интернет, так или иначе. Ну, да. Никакой. Да, ну вот еще такой вопрос. Мы когда коротко у вас спрашивали, вот я вам звонил, тоже задавал этот вопрос, сейчас более, может быть, полноценно. Мне просто интересно, потому что иногда скептические мнения звучат, я думаю, для вас тоже это не секрет, да. Что Лата Лапса просто так книги не пишет, это так или иначе какой-то заказ, или это слив какой-то информации. Вот что вы можете на это сказать? И по какому тогда, по каким параметрам подбираются герои и вот возникают темы? Я был бы очень рад, если бы вот всю эту информацию мне бы кто-то слил, и мне надо было там корпеть в архивах Риги, выезжать в Тукумс, зональный архив, копаться там в интернете в архивах Мормонской церкви и так далее, и так далее. К сожалению, так бывает очень редко. Я был бы очень рад, если бы кто-то проплатил эту книгу, то мне бы не надо было сегодня ломать голову, где достать до 2 часов 3000 с копейками евро для дополнительного тиража. Ну, где-то я достану, ну, что делать. Вот. Ну, не знаю. То, что для меня лично важно, вот я человек, конечно, очень высокого мнения о себе и своей работе, и мне всегда важно, чтобы моя работа получила какую-то оценку. Хорошую и плохую, но я абсолютно не согласен работать для корзины для бумаг. То есть я не писал книгу про господина Затлерса, я не писал книгу про господина Вейонеса, потому что... И про Мерзинча тоже. Про Берзинчу было. А, была, да, извините. Про Берзинчу была книга. Вот, потому что по моему глубокому убеждению, я бы, наверное, что-то я раскопал бы, но никто бы этого не покупал. Ну посмотрите на господина Вейонса, но кого он интересует, потому что читатели принимают участие в самом важном голосовании, какое на свете бывает, они голосуют содержание своих кошельков. Интересует – покупает. Не интересует – не покупает. А, например, господин Ушаков мог бы стать героем вашей книги? На вскидку. Да, если бы кто-то про господина Ушакова много чего по мелочи раскопали, но если бы был такой хороший, замечательный слив, вот кто-то притащил бы мне коробку с документами и там громаднейший файл, конечно, я бы был бы готов, да. Насколько сложно продавать книгу? Не было ли какого-то, не знаю, давления на магазины, чтобы они не брали на реализацию книги? То есть вот, ну, в твите просто было, возмущались, как же так, Яни Розы, значит, стыд и позор в сети магазинов, которые продают там такую вот... Ага, литературу. Да, литературу. Такую литературу. Нет, в этот раз ничего такого, по крайней мере, пока не было. Там в Твиттере много чего пишут, включая то, что
не исключена там конфискация тиража и так далее, но это вряд ли. Но мы все-таки европейское государство. Ну, мы же все помним, недавно и в Америке хотели не пускать в продажу книгу бывшего советника Трампа, ну, нет. Так, да. Пишут нам сообщение. Доброе утро, господин Лату, большое спасибо за ваши книги и интервью, приходите на радио чаще, хорошего дня и удачи. Позитивное сообщение очень. У Левица кругом одни друзья, теперь один враг будет. Еще одно сообщение. И спрашивают вас, почему ваш портал petey.com зарегистрирован на домене com, а не lv? Очень просто. Мы живем в государстве, где очень часто вопросы относительно свободы слова и свободы информации решаются таким образом, что приходят люди из структур, забирают сервера, ну и потом объясняйтесь годик-два. Так что, ну, перестраховка. Конечно. Конечно. Звонки у нас, давайте примем. Наденьте наушники, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, во-первых, Болтком приветствую, потому что вы такие собеседников прекрасных приглашаете. А вашему гостю скажу, благодарен, что такие люди в Латвии есть, освещают это все. Дай Бог вам здоровья и всех благ. А спасибо. Вопрос простой. Спасибо, что вы вот этого господина, я еще не читал, но там чувствую, что хорошая информация, прекрасная и честная информация. Так вот я вам скажу, когда тут передача про нашего президента, в Болткоме тоже, как вы о нем думаете? Я рассказал, я в четвертом поколении гражданин, но для меня вот этот президент нулевой, ноль. Он приехал сюда, чтобы делать гешефт. Он заработает и поедет куда надо, в Германию, там, в Америку, куда. Им, знаете что, я хочу просто, хорошо, что вот эту подняли тему, очень хорошую, что у нас президента выбирают в сортире, в зоопарке, где-то непонятно. Ваш вопрос, да, у вас вопрос был какой-то, или вы только высказаться хотели? Алло. Вы только, у вас вопрос тоже есть? Я хочу сказать одно, да, что народ должен выбирать президента. Ага. Спасибо, а не спасибо. Там в зоопарке, в туалете. Да, вас. Насколько возможно ли в ближайшем будущем изменение вот в политической системе Латвии, чтобы президент стал всенародно избранным? Вы поддерживаете, собственно? Конечно, я поддерживаю. Есть мнение, что народ слишком глупый, он там выберет кого не попало. Но мы видим, кого выбирает Сейм, и господин Затлерс, и господин Вейонис, и господин Берзинч вряд ли были достойными этой должности. Так что будут ли изменения в обозримом будущем, я не вижу. А вообще вот на эту же тему тоже приходится слышать иногда такое мнение, но похоже на, знаете, как вот раньше трава была зеленей, что политики в той же Латвии, они как-то вот измельчали со временем, да, что вот прошли времена, там, не знаю, Годманиса, я уж не говорю о Вайревике, Фрейберге, вот сейчас пришло время каких-то таких более, ну что ли, мелких, не харизматичных и так далее личностей в политике. Вы с этим согласны или это больше ностальгия? Ну, посмотрите на нынешнее правительство, там один субъект другого краша и по образованию, и по профессиональности. Жуть. То есть такого нет, в общем, что мельчают политики? Мельчают, это очень-очень такое дипломатичное вызывание, такой очень дипломатичный термин. На самом деле политика появляют люди абсолютно не приспособленные ни к политике, ни к чему-то еще. Но посмотрите на вот все это, этот цирк под названием правительство. Министр благосостояния, министр внутренних дел, министр экономики, который экономики вообще никакого отношения никогда не имел.
Да все подряд. Ну, ясно. Ну, и потом про книгу, наверное, ну, хочется и там на более широкие темы поговорить, но говоря о книге, анонсируется вторая часть, она называется «Властолюбец». А о чем она, если кажется, что здесь уже сказано, если не все, то очень нет, много? Нет, тут, в принципе, рассказано все до, ну, скажем, конца 80-х. А, то есть это хронологически чисто разделено? Да, это про биографию, про отношения господина Левитса с государственной властью Латвии, это уже будет вторая часть. Угу. Думаю, она будет не менее интересной. Насколько, по вашему мнению, вот политический процесс кем-то контролируется, ну, условно говоря, там какая-то теория заговора, или это просто пущенный на самотек процесс, который выносит на поверхность вот людей, иногда даже случайных? Я не вижу никакого зловещего плана, в результате которого госпожа Петравича стала министром mm-hmm. благосостояния, например. Mm-hmm. То есть... Ну ладно, не будем ничего плохого. Ну, вы сами, все сами видели ее и знают ее способности, интеллект и все прочее. Каким может быть зловещий план с таким вот результатом, не знаю. Я думаю, что это просто апатия избирателей, желание вот все-таки. Вот найти то место, где можно закопать монетки, вырастет целое дерево и так далее, и так далее. Ну, пока люди не будут решение относительно своего выбора политического делать, по крайней мере, столь же ответственно, как решение относительно того, какой телевизор покупать и какую мебель, ничего не изменится. Но будет только хуже. Справедливо отметили, что важно, чтобы книга нашла своего читателя. А важно ли вам, чтобы книга как-то повлияла на, собственно, политическую карьеру героя, на его репутацию? И вообще, происходило ли это до этого? Потому что вы тоже сказали, что вот вы испытали беспрецедентное давление, да, вот этот вот, ну, назовем это в кавычках, угроза со стороны бюро, канцелярии президента, но были же истории, когда и уголовные дела на вас заводили, вот после книги «Другая кухня». Много чего было, но, может быть, еще что-то, еще впереди, но никогда неизвестно, но... Это должен решить, опять же, каждый человек Латвии, соответствует ли его желаниям, его мировосприятию человек на посту президента, который обществу открыто и цинично лгал относительно своей семьи, своих родителей, своего гражданства и так далее, и так далее. Но я думаю, что вторая часть будет гораздо более, так сказать, государственнее и касаться уже более серьезных вопросов. Там будет, наверное, затронутый вопрос на время Атмоды и участие. Нет, это уже, ну, частично, да. Как мы знаем, то господин Левитс желал бы, чтобы его считали там отцом декларации независимости и чего-то там только нет. Но... Нет, ну мы будем говорить о более серьезных вещах относительно траты государственных ресурсов, относительно фаворитизма и так далее, и так далее. Ну, могу сказать, вот первое, что приходит в голову. Вам бы пришло, если бы вы были бы президентом, вам бы пришло в голову слет товарищей по классу организовать в Рижском замке? В кабинете Чакс, в зале Чакста или где-то там. У нас президент такой. Риторический вопрос. Да. Вот вы говорили про измельчание, ну вот мы по политиков. Насколько в этом виновата, может быть, недостатки нашей избирательной системы? Потому что вот вы говорите про усталость избирателей, но вот получается ведь действительно странная вещь, когда голос, ну, скажем так, человека с мозгами, с образованием, который понимает, за кого он голосует, который выбирает телевизор, который ему нужен, приравнивается к голосу, условно говоря, ну, не хочу обижать там сантехников, но вот, ну, простого работяги, которого очень легко обмануть, которому легко заморочить голову, или пенсионера, который забывает, что его уже обманули там 10 раз перед этим, и он продолжает голосовать за одну и ту же партию.
Лучшее государственное устройство – это, конечно, просвещенная монархия. Но беда в том, что после одного просвещенного монарха обычно приходит совершенно непросвещенный, мягко говоря. Так что, ну, демократия такова, какая она есть, и там ничего не поделать. Но как только мы начнем ранжировать людей по каким-то критериям, мы, ну, как далеко пойдем. Так что ничего не поделать. Ну, посмотрите на демократический или демократический процесс в Америке. Ну, у нас-то еще все хорошо. Интересно. А какое у вас впечатление того, как наша страна пережила или переживает еще пандемию и все с этим связанное, и в частности какие-то такие более, ну, не скандальные, но, может быть, менее удачные моменты, как вот выплаты пособий, выплаты медикам сейчас обсуждаются, электронный сейм, там скандальная закупка масок еще была и так далее. Ну, в принципе, целиком нам дико повезло, по крайней мере, пока. Государственная машина оказалась совершенно неспособной, но нам повезло. Вот я говорил с очень знающими людьми, которые единственное, что могут сказать, вот то ну, как бы политкорректно было бы считать, что все абсолютно все люди одинаковы, но все-таки все люди не одинаковы во всем, и то, что в Латинской Америке люди от коронавируса мрут как мухи, а мы какие-то более устойчивые, ну, есть какие-то механизмы, то ли это связано с тем, что к нам каждый год приходит масса вирусов, каждую осень, каждая зима, а в Латинской Америке там люди такого не видели, и вот вирус приходит, и организм говорит, все капут. Вот, то, что плохо, это то, что я не вижу, чтобы государственная власть сделала бы какие-то выводы из того, как не готова она была к пандемии, с каким опозданием она принимала решение, так что очень печально, но если придет какая-то следующий раз это не будет вирус, это будет что-то другое. То есть надежда на то, мы сделали все возможные выводы, вот придет следующий вирус, вот мы будем готовы, сразу там маски закупим правильно, и вот решения будем принимать правильные. В следующий раз это точно не будет вирус, это будет что-то другое. Ну, то ли, не знаю. Ну, землетрясение, торнадо. И окажется, к сожалению, что такому опять государственная власть не будет готова. И повезет ли нам в следующий раз, большой вопрос. Угу. Давайте звонок еще примем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, громче чуть-чуть, говорите, пожалуйста. Да, Анатолий, у меня такой вопрос. Первое хочу сказать большое спасибо Лапсу за его работу, так как смелый человек и активно борется с какой-то несправедливостью. Спасибо. А по поводу других вопросов. Вот вы говорите, что он там 17 лет, возможно, Левис подписал бумагу о выезде, о сотрудничестве с КГБ и выезде из Советского Союза. Это был молодой человек, в принципе. Может, он просто хотел выехать, подписал эту бумагу и больше никогда с ними не сотрудничал, а просто уехал, да, с надеждой, что избавиться от Советского Союза. Другого варианта не было. Ну, это просто гипотетически, да. И по поводу, вы говорите, что он там устроил какой-то банкет одноклассников в замке. Ну, во-первых, он лицо тоже президент. Ему где справлять? В каком-то кафе или где тоже неудобно, или в ресторане с охраной? Я не оправдываю, я просто говорю. И опять, кто это одноклассники? Может, если одноклассники какие-то большие политические фигуры или банкиры, которые могут быть полезны Латвии, почему их не пригласить и не обсудить какие-то вопросы? Угу. Это будет закрытая информация, и не будет это в кафе, где чужие люди сидят, и не поговорить. Это я не защищаю. Да, спасибо. Мы простые люди, мы можем посидеть везде, он же не может везде посидеть. Угу. Спасибо вам. Поэтому конечно, конечно, я совершенно согласен. Все мы люди, все мы человеки, и 17 лет особенно. Другое дело, что, ну, как говорил множество людей, говорит, в том числе и Лаврентий Павлович, что говорить правду легко и приятно. И один раз сказал правду, и больше тебе не придется за это отвечать.
А иллюзия в том, что вот, например, там, там в жутких подвалах ФСБ лежит бумага, и никто на нее не обращает внимания, на это иллюзия. Если она там действительно находится, то она, конечно, так или иначе используется. Я вот слушатель, да, Олег, да. Вы хотели сказать? Да, я хотел просто продолжая, вот, может быть, такие общие теоретические рассуждения. Вот возможно ли появление вот при нашей нынешней политической системе действительно яркого, харизматичного и, главное, честного вот лидера, который, ну, то есть, возможно ли ему сделать политическую карьеру, учитывая то, что политика – это искусство компромиссов, и вот пройти вот весь этот путь, не запачкавшись, наверное, ну, вот я не знаю, можно или нет? Может ли появиться действительно лидер, национальный лидер, который, ну, вот действительно будет служить Латвии, за которым пойдут люди, и сможет ли он просто пробиться вот среди всех остальных? Я думаю, все зависит от способностей. Способности идти на компромиссы тоже очень-очень важная вещь. Не только в политике, но и в любой ситуации, ну, абсолютно любой, ну. Я вряд ли бы хотел иметь лидера государства, который абсолютно не имеет... Хотя бы он был в 90% абсолютно прав во всем, но еще есть вот, вот те 10%, если он там не пошел бы на какие-либо компромиссы, но ничего хорошего в длительном периоде в Латвии не получилось. А у нас есть запрос в обществе на такого лидера, как Карлис Улманис? Мне вот кажется, например, что есть, и если вы согласны, то как вообще это оцениваете? Это не странно вообще как-то? Люди склонны ничего не учиться от истории, повторять те же самые ошибки, просто в каком-то новом соусе. Господин Улманис прекрасно показал, чем хороша такая модель власти, и чем она плоха. Пришел 40-й год, и вот вождь не сказал того, что он мог бы сказать, и все по тем или другим причинам сказали, ну ладно. Раз вождь-то говорит... Ну, там, конечно, все было не так. Ну не да, так, все было сложно. Все было гораздо сложнее, и там были... Ну да. А вот слушатель сказал про банкиров, я вспомнил еще про составление списка миллионеров, который в конце прошлого года был снова составлен. А вот пара наблюдений, которые я увидел просто в вашем уже потом комментарии, что, во-первых, появился какой-то элемент преемственности, да, вот, например, с семьей Шкела так произошло, когда его дети и жена стали богаче, чем он сам. А во-вторых, насколько я понимаю, мы по общему состоянию вот наших богачей, да, уступаем все-таки соседям при этом. А, тоже довольно интересно, почему так происходит. Вот вы что можете сказать? Какое впечатление? В Эстонии есть несколько очень богатых людей, предпринимателей. Литва больше и состоятельнее Латвии. Ну, Литва больше, просто понятно, объективно. Да. Так что, ну, как получается, так получается. Но будет интересно посмотреть, ну, конечно, список будет и в этом году, будет интересно посмотреть, как пережили. Как пережили. Ну, там не будет еще данных за 2020 год. Но все равно будет интересно посмотреть. А с преемственностью? Это вот, ну, такая как? Интересная, ну, тенденция какая-то. Ну, нормальная тенденция. Но мы, конечно, не Япония, где одна и та же самая семья владеет гостиницей, там 600, не знаю, сколько лет. У нас такого нет, но вырастает новое поколение, и мы видим семьи, где новое поколение берет бразды управления в свои руки и делает это достаточно успешно. Но также мы видим и то, как очень многие местные предприниматели просто продают свои предприятия, уходят на заслуженный комфортный отдых. Хорошо ли это для местного предпринимательства? Вряд ли. Напоследок еще, может, коротко успеем, вот про книги про путешествия, чтобы более созидательно и позитивно закончить. Последняя у вас была книга «13 Америк», да? Не-не, это было уже достаточно. Последняя была вот... Ой, что же было последней книгой?
Знаете, я уже, это было в прошлом году, я уже забыл. Я могу сказать, понимаете, вот я книгу про путешествия пишу, сдаю издателей, и все. И забываю, потому что уже новые проекты. Я могу сказать, что следующая книга будет или про Японию, или про самую черную из всех черных Африк, про Конго и про Нигерию. Но там еще надо посмотреть. Вот как. Я просто каверзно хотел вас спросить, что, может быть, в контексте того, что за границы были закрыты, можно про Латвию что-то написать с точки зрения путешествия. А это что, если не про Латвию? Нет, ну это да. Это путешествие по одной личности. Ну да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всем доброго. Да, Лату Лапса, журналист и публицист, был у нас в гостях.